Приветствую вас на канале Ярославич. Мы продолжаем расширять модельный ряд выпускаемой техники. И сегодня хочу представить вам новую машину, изготовленную на нашем предприятии. Это полуприцеп с боковой разгрузкой ПБР-10. Внешне он может напомнить вам уже известный распределитель УРМ. Однако, это принципиально новая машина, разработанная и изготовленная в цехах ПК «Ярославич». ПБР предназначен для механизированного внесения постилочного материала под КРС на животноводческих комплексах, в корпусах беспривязного содержания, под навесами и на откормочных площадках в случае уличного содержания животных. Благодаря вместительному бункеру объемом 11,5 кубических метров, одной загрузки хватает в среднем для засыпки 500-600 стойловых мест. Бункер, как и вся конструкция, изготовлен из легированной конструкционной стали и установлен на рессорную тележку с цельнокованными осями. Это позволяет ему выдерживать значительные нагрузки. Грузоподъемность его до 19 тонн. Такая внушительная грузоподъемность обосновывается тем, что в качестве подстилки могут использоваться разные материалы – песок, измельченная солома, торф, стружка или сепарированный навоз. Дальность выброса бокового транспортера до 10 метров. Он может менять угол наклона, благодаря чему за один проход засыпается большая площадь. Транспортер вращается с очень высокой скоростью, причем она может меняться за счет регулировок. Еще одна особенность этого транспортера в том, что он может менять направление вращения, поэтому рассыпка может осуществляться как слева, так и справа. Материал подается из бункера при помощи планочного транспортера с двойной беспулочной цепью. Она обладает значительным запасом прочности. У нас такая же цепь устанавливается на пескоразбрасыватели, вместимость которых достигает 16 кубических метров, что значительно превышает вместимость этой машины. Еще одно важное достоинство этой цепи в том, что она не требует вообще никакого обслуживания, ее даже не надо смазывать. ПБР имеет собственную замкнутую гидравлическую систему, которая приводится в движение от лома трактора. Лом вращает гидронасос, от которого уже и работают все системы. Имеется специальный отсек управления с расположенными в нем прецизионными регуляторами. Он плотно закрыт для того, чтобы исключить попадание посторонних частиц и влаги. Здесь происходит распределение гидравлических линий, что позволяет нам отдельно управлять всеми механизмами. Пассивный теплообменник отвечает за охлаждение масла. Сзади расположен гидравлический бак с установленным на нем датчиком уровня масла. Помимо скорости движения транспортеров, за количество подаваемого материала отвечает еще и шиберная заслонка. При помощи гидроцилиндра она может открываться и закрываться. Для подсветки рабочей зоны справа и слева имеются специальные светодиодные фонари. Мощная опора позволяет легко регулировать высоту дышла для удобного зацепления за трактор. Противооткатные упоры, световая сигнализация. ПБР легко загружается фронтальным погрузчиком на базе трактора МТЗ. Для быстрого доступа к бункеру имеется удобная лестница. Все системы полуприцепа управляются при помощи специального пульта, установленного в кабине трактора. Переднее расположение бокового транспортера обеспечивает хороший обзор рабочей зоны из кабины трактора или через зеркало заднего вида. ПБР-10 – это удобная и универсальная машина. Она поможет облегчить тяжелый труд и сократить временные затраты при внесении постилочного материала на животноводческих фермах, больших и малых комплексах, в том числе в агрохолдингах с большим количеством животных. Кроме того, эта машина может заинтересовать дорожников для подсыпки обочин. Также с ее помощью можно вносить перегной и компост. Если вас заинтересовал наш полуприцеп с боковой разгрузкой и вы хотите узнать, как его приобрести, звоните по телефону 8 800 505 1745 или заходите к нам на сайт и оставляйте заявку. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!